достигнут 10 баллов. Люди стремятся попасть домой пораньше. Береги себя. Ты тоже. Если вы не участвуете в судной ночи, рекомендуем покинуть улицу. Система аварийного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. По сигналу все экстренные службы прекратят работу на 12 часов. В течение этого времени любые преступления, включая убийства, разрешены законом. Ты знаешь, как это опасно. Его все равно не вернешь. Тебе не станет легче. Пожалуйста, останься. Мне пора. Правительство благодарит вас за участие. Негласное правило судной ночи. Каждый сам за себя. Кто это? Сегодня жертвы неизбежны. Проезжай. Следуй плану. Забудьте о сострадании. Нам не нужны герои. Спасибо. Идите за мной. О, Господи! Бежим скорее! Беги, быстрее! Хотите выжить? Держитесь рядом. Мне страшно. Ни звука. Смотрите в оба. Почему вы нас просто не убьете? О, Боже, куда они нас ведут? Великолепный лот прямо с улиц. Это последние жертвы сегодняшней ночи. Ставки начинаются с 200 тысяч долларов. Дамы и господа, переодевайтесь. Охота начинается. Когда они нас окружат, не мешкайте, не оглядывайтесь. Боритесь до конца. Попробуйте. Таким, как мы, все равно не уцелеть. Дожить. До рассвета. Это ночь моя! Огонь! Они идут. Судная ночь 2. На штат Флорида надвигается ураган 5-й категории. Жители подлежат немедленной эвакуации. Берите своих родных, любимых и уезжайте. Пап! Мы не сможем до вас добраться. Папа! Папа! О, Господи! Что произошло? Ты ранена! Все нормально! Прием! Меня кто-нибудь слышит? Мы с отцом заперты в доме на Coral Lake! Келли! Прошу, помогите! Келли! Уэйн, мы внизу! Пит, ты это слышал? Меньше чем через час дом уйдет под воду. Бей по трубам, это сбивает их с толку. Беги, я их отвлеку. У тебя получится! Ты должна идти, скорей! Я тебя не оставлю! Ту-ту, мам, твоя очередь. Ту-ту. Мы приехали. Давай поиграем. Марко. Поло. Марко. Поло. Марко. Марко. Фрэнки.
Фрэнки! Ты прячешься, Фрэнки? Кто-нибудь видел мальчика с кучерявыми волосами? Как он был одет? Не могу его найти. Подождите меня здесь, мэм, и я помогу вам составить заявление. Вот что делали все эти люди. Они ждали. О, боже! Слушайте внимательно. Пока мой сын в той машине, я не остановлюсь. Где бы вы ни были, я буду вас преследовать. Не с той матерью связались. Похищение. Хотите узнать о том, что скрывается за кулисами финансовых сделок, разгадывать тайны миллиардеров и получить дозу мотивации каждый день? Тогда подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас вы найдете множество интересных фактов и расследований финансовой области, загадок, которые скрываются за миллиардами. Нажмите колокольчик и не пропускайте новые видео каждую неделю. Поверить не могу, что через каких-то полчаса я стану частью вашей династии, империи или... Доминиона. Мы говорим Доминиона. Не терпится стать частью этой семьи. Но есть одно условие. Выполнишь и официально станешь одной из нас. В полночь мы сыграем в игру. Зачем? Такой обряд посвящения для новых членов семьи. Игра. Какая игра? Прятки? Мы что, правда будем в это играть? Что ж, правила элементарны. Прячься в доме, где хочешь, а мы попытаемся тебя отыскать. То есть я по-любому не смогу выиграть? Сможешь, если продержишься до рассвета. Ну и шуточки. Удачи. Что это за хрень? Старье какое-то? Я знаю, что ты здесь. Ну, милая, ты застрелила прислугу. По-твоему, она похожа на невесту в белом платье, Эмили? Твою ж мать! Мне пришлось им подыграть, чтобы помочь тебе выбраться. Да вы психи! Они думают, что должны убить тебя до рассвета, иначе с семьей случится что-то ужасное. Если мы не найдем ее и не проведем ритуал, нам всем конец. Нашел. Ты что творишь, Эмили? Блин, ну я нечаянно! Сегодня я расскажу вам, как пользоваться арбалетом. Пистолет забыла. На, вот лучше арбалет. Мистер Ледомус, я видела, как она бежала. Ненавижу твою гребаную семейку! Ты всего лишь очередная жертва. По-твоему, мы тут в игры играем? Да, в прятки. Забыл? Ты ж хотела свадьбу. Ты себе, я виновата! Прости, ты прости, прости! Ты охренел! Блейк, бери напарника и с вещами ко мне оба. Я надеялся, что нам повезет сегодня. Но надежда – вещь опасная.
У тебя брат во втором батальоне. Да, сэр. Завтра они неминуемо попадут в засаду. Твоя задача – доставить им приказ об отмене наступления до начала атаки. Если ты не справишься, начнется бессмысленная бойня. Подожди, давай быстро обсудим. Что? Нам приказано перейти здесь. За линией фронта немцы. Ложись! Нужно найти другой путь, иначе погибнем и мы, и твой брат. Я найду. Закончится. Лишь с последней пролитой капли крови. Нужно уходить отсюда! Давай же! Ты совсем рехнулся? Нам туда не добраться! Если приказ не будет доставлен вовремя, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата. Удачи. В кино 6 февраля. Твой отец погиб, защищая этот город. Равнись! Смирно! Он учил тебя оставаться верным себе в этом жестоком мире. Что случилось? Худший день за 18 лет службы. Сколько копов? 8. Что они там делали? Приехали на вызов. Нужно подкрепление! Полицейский ранен! Работали профессионалы. 2 стрелка, автоматическое оружие. Сколько тебе было, когда твой отец погиб? Я не случайно тебя выбрал. Я найду их. Мы завалили 2 копов. Нужно убираться. Все под контролем. Машины не наши, номера краденные. Если мы их не возьмем в ближайшие 3 часа, то они уйдут. И что делать? Мы оцепим остров. На Манхэттен ведет 21 мост. Закрыть их. 3 реки. Перекрыть. 4 туннеля. Заблокировать. Остановить поезда и пустить метро по кругу. А потом мы начнем охоту на воров. Ничего не понимаю. Речь шла о 30 кило, а у нас 300. Они должны открыть остров к утру. 8 погибших копов – это одно, а рынок, теряющий миллиарды долларов, это совсем другое. Мы в полной заднице. Как мы перевезем 300 килограммов кокаина? Твою. Что происходит? Мне всего лишь нужна правда. Говорят, в тебе нет страха. Охотишься на убийц копов. В каждой жертве видишь своего отца. Не стреляй! Он мой! Полиция, с дороги, живо! Тебе не сбежать с острова. Ты сегодня первый коп, который говорит, прежде чем стрелять. Я выясню, в чем тут дело. Ты мне все расскажешь.
Я не понимаю, что вам нужно. Больше ты сына не увидишь. Мы ничего вам не сделали. Самый убойный телефон в мире. Погоди, я видео себе отправлю. Алло. Алло, вы меня слышите? Мне нужна ваша помощь. Кто это, Хлоя? Нет, нет, меня зовут Джессика Мартин. Меня похитили. Я звоню по разбитому телефону, не кладите трубку, я не смогу больше никому дозвониться. О, Господи. Кто-то идет. Сдохнуть тут хочешь? Нет, нет. О, Боже, Господи. У нас возможны похищения. Есть кто-нибудь? Полиция. У нас гости. Избавь от них. Что случилось? Она была копом? Продажным, Джек. Быстрее! У сына уроки кончились! Они его схватят! Нет! Мне нужна ваша машина! Не дайте им уйти! Где она? Телефон садится. Зарядка есть! В машине гляну. Я найду зарядку. Не бойтесь, я быстро! Скорее! Вопрос жизни и смерти. Мне нужна зарядка. Сэр, подождите своей очереди. Эй, простите. Возьмите талон. Кто-нибудь дайте зарядку! У меня нет права вас об этом просить. Но от вас зависит жизнь моей семьи. Мне нужна ваша машина. Ким Бейсингер, Крис Эванс, Джейсон Стейтон. А ты кто? Как ты о нас узнал? Просто трубку взял? Сотовый. Алло. Вы меня слышите? Воздух сегодня искрится от напряжения. Ну что, посмотрим. На этом стадионе эмоции зашкаливают. Нас ждет решающий матч. Пора приступать. Пять тысяч заложников. Мистер Нокс, слушайте меня очень внимательно. У нас ваша племянница. На этом стадионе находится Дмитрий Белов. У вас полтора часа на то, чтобы его найти. Иначе мы уничтожим этот стадион целиком. Время пошло. Тик-так. Чрезвычайная ситуация на стадионе Уэстхэм. Что происходит? Группа опытных военных из Восточной Европы. Откуда информация? Я только что убил одного. Только один человек. Майкл Нокс, бывший военный. Не испытывай мое терпение. Способен свести счеты. Как только он получит Белова... отдаст приказ о взрыве. Не успеет. Дэйв Батиста, что будем делать? Убьем всех. Лучше беги. Пирс Броснан. Порой приходится жертвовать самым дорогим ради высшего блага. Не сегодня. Окончательный счет. У них патронов больше. Смотри и учись. Скоро. Внимание города приковано к человеку на карнизе. Ник Кассиди, беглый преступник. Это он стащил бриллиант у Дэвида Ингундера? Ценой 40 миллионов долларов. Я готов умереть. Важно, чтобы все это понимали. Дэвид Ингундер меня подставил.
Он хочет доказать, что невиновен. По-моему, он просто клоун. Ник, видишь меня? Твой выход. Джо, можно начинать. Не волнуйся, все заняты только мной. Кинокомпания «Парадис» представляет. Ник, мы внутри. От продюсера «Трансформеров» и «Ред». Но я правда хочу разобраться. Как достойно наказать человека, отнявшего у тебя все? Ник, у нас проблемы. Найти их. Ник, время на исходе. Прошу, поверь мне. Это игра, мать твою. Внимание, начинаем шторм. Переговоры веду я. Ник, нужно больше времени. Не с места, руки вверх. Сегодня решающий день. Все изменится. Так или иначе. На грани. Во всех кинотеатрах. Сегодня мы поднимем ночные игры на новый уровень. Ну да. Один из присутствующих будет похищен. Ваша задача найти его. Как настоящие детективы. Кто найдет жертву, получит главный приз. Вы не будете знать, что реальность, а что нет. Стоп, вы не имеете права вламываться сюда. Так натурально. Помогите мне! Попробуйте это, сэр, это просто... Супер. Кто сунется за нами, пристрелим. Ясно, ясно. Осторожней за рулем. Мне очень нравится, когда приятные люди дружно играют в интересные игры. Нам идти за ним? Похоже на то. Раймеди первым. Чё-то стрёмно. Ты! Чё за хрень? Чёрт! Что за хрень? Это не шутка. Вы реально в опасности. Пушка тоже настоящая? О, нет, нет, Энни, нет, не надо! Ненавижу эту игру! О, черт! Сейчас отмоем. Полный отстой. Стоять! Не надо! У меня дети! Какие дети с такой фигурой? О, спасибо! Нет, он умер! Это инструкция, как извлечь пулю. Спирта не было, я взяла бутылочку шарданы. Молодец, не растерялась. И еще пищалку. Как псу. Щиплет, а? Да.